З вами психологічна рубрика. Вітаю вас у студії. Сьогодні Світлана Шаповалова, і ми говоримо на тему насилля у родині. Як зізнатися собі та близьким у тому, що у моїй родині є насилля? Та, власне, що з цим робити, поговоримо з практикуючими психологами та тренерами. Юлія Сулаєва та Дмитро Кущ вже у нас в студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож, давайте поговоримо про перше, це які є форми домашнього насилля? Ну, прежде всего, сама тема о насилии, особенно у семейном, на сегодняшний день является, наверное, очень уж горячей, такой обжигающей, да, я бы сказал даже. Один из таких самых, может быть, важных моментов – это эмоциональное насилие. Оно присуще, наверное, в каждой семье, ну, в каждой семье, может быть, в зависимости уже… У різних проявах, да, так би мовити. В різних проявленнях. Як це може виглядіти? Ну, прежде всего, якщо один із членів сім'ї, наприклад, не вважається з мнением своїх там супруги либо дітей, то есть это вызывает определенное эмоциональное напряжение, и жить в таком эмоциональном напряжении крайне сложно. Если же вот это продолжается в течение длительного времени, постоянно выражается недовольство, то, соответственно, накал эмоциональный в семье будет далеко не положительный. Ну, к чему это приведет, мы сегодня, я думаю, в течение нашей передачи выясним. Еще один такой интересный вид, я бы сказал, даже звучит он страшно, это физическое насилие. Физическое насилие проявляется по отношению к любому члену семьи. И если мы раньше говорили, обсуждали часто, что мужчины в основном проявляют такое вот насилие по отношению к женщине, к ребенку, то сейчас больше уже появляется информация о том, что женщины тоже порой могут проявлять такое, особенно по отношению к более слабым семье, к тем же к детям. Это вызвано очень многими причинами, даже экономические могут повлиять на это, могут в ссоры с супругом повлиять, и когда злость будет вымещаться, например, на ребенка. И в выражаться именно в физическом контакте. Мы много слышали, много читали о том, что наказание физическое в какое-то время, оно имело место быть, но нет ни одного свидетельства такого, чтобы это приводило к хорошим последствиям. Чаще всего это остаются травмы на долгие годы. И что самое, наверное, неприятное, что дети, которые вырастают, которые жили в такой обстановке, они потом это перетаскивают в свои семьи. И там используют такие же методы, считая, что физическое насилие, например, один из таких простых способов вызвать послушание, либо направить на путь истины. Хотя есть методы, и они оправданы, гораздо более лояльные. Ну и, наверное, один из таких тоже ярких, самых, наверное, видов физического насилия – это сексуальное насилие. Здесь уже мы касаемся напрямую именно уголовной части. И опять же, сексуальное насилие бывает и в семьях, и вне пределов. Это принуждение к сексуальной связи своего партнера. Дело в том, что это прежде всего не учитывание ни интересов, ни желаний для человека, который с тобой живет. Ну и что, наверное, здесь стоит подчеркнуть, очень мало фактов становятся достоянием именно известности, потому что чаще всего о фактах насилия, которое происходит в семье, стараются умалчивать. Из-за страха, что насилие повторится опять. Из-за того, что насильника не смогут унять ни сам, ни какие-то, допустим, службы. Ну и стыд, элементарный стыд, который может толкать людей скрывать это насилие в семье. Соответственно, оно затягивается на долгие годы, и ни к чему хорошему это никогда не приводит. Юлія, якщо з фізичним насиллям, ну, ми можемо помітити, як воно проявляється, то з психологічним насиллям, які прояви можуть бути тут? Психологическое насилие иногда и не распознается так сразу. Наша культура, она вся пронизана такими насильственными взаимоотношениями и коммуникациями. Иногда это может маскироваться под желание усовершенствовать своего партнера. «Я же тебе лучшее хочу, я же знаю, как будет лучше. Если ты прислушаешься к моим рекомендациям, все будет отлично». И человек может не сразу понимать, что с ним происходит, просто ощущает дискомфорт. Вот какие могут быть формы? Первая форма – это обесценивание. Это вот такая постоянная критика. Ты не такой, не такая. Косой, кривой, толстый, худой. Борщ твой невкусный. Ты никчемный, зарабатывать не можешь. Что бы человек ни делал, большинство его усилий вот таким образом обесценивается. И, конечно же, насилие, кстати, называется таким словом интересным – абьюз. И вот этот абьюзер, он, конечно, на этом фоне чувствует себя, какой молодец, благодетель по отношению к своей жертве. Следующая форма – это контроль.
контроль, я должен точно знать, куда ты ходишь, кому ты звонила, а ну-ка давай посмотрим твою телефонную книгу, распечатки звонков, контроль соцсетей. Такие, может быть, сначала невинные рекомендации, с кем общаться, с кем не общаться, почему ты работаешь на этой работе, тебе недостаточно платят, не так, я лучше знаю, как тебе делать. И поначалу это может и восприниматься как какое-то, да, забота, проявление заботы, но со временем жертва начинает понимать, что как-то вот она уже и не вольна делать все, что ей хочется, и то, что ценно именно для нее. Есть такая форма насилия, которая называется «газлайтинг». Был такой фильм, по фильму это называется, это когда жертве внушается мнение, что она неадекватна в своих чувствах. В фильме как было дело? Муж подстраивал различные ситуации для жены и затем объяснял, говорил ей, что это ей показалось, что она не совсем в своем уме, что ничего такого не было. И человек терял ориентацию и переставал доверять своим чувствам, ощущениям, своим глазам и своим ушам. И вот когда нам говорят, да что ты придумываешь, да не может это, да тебе показалось, я этого ничего не делал, да ты накручиваешь себя. Вот таким образом с нами совершают вот такой вид психологического эмоционального насилия, как газлайтинг. Игнорирование тоже такой еще себе способ. Очень часто родители с детьми это используют. Ну и в парах то же самое. Ты наказан, я с тобой не общаюсь, не подходи ко мне, пока ты не исправишься, общаться мы не будем. Особенно для детей это трагично, потому что у детей очень сильно на инстинктивном уровне развита привязанность к своему взрослому. И когда вот такой игнор часто применяется, то ребенок ощущает отсутствие доверия к миру. Если я не нужен и не ценен близким мне людям, то я, в общем-то, в этом мире особо никому не ценен и не нужен. Следующий способ психологического насилия – это изоляция. Вот такой абьюзер, насильник, он постепенно ограничивает жертву от всяческих контактов. Эти друзья ничему тебя хорошему не научат, они не такие. С этими родственниками тоже лучше не общаться. И со временем человек понимает, что из его большого круга общения практически никого не осталось. Насильник хочет заполучить жертву под свой вот такой контроль. И люди, оказавшись в такой ситуации, ему порой и не к кому обратиться за помощью, если за психическим насилием следует и физическое. И также запугивание и шантаж в мягких формах, там не сделаешь уроки, не получишь ничего. Также может быть запугивание и шантаж какими-то материалами интимного характера, да, там, ню, фотографиями. Если ты не будешь делать так, как я хочу, эти фотографии увидят весь свет. И вот так вот зачастую человек и не понимает во многих случаях, что с ним такое делают. Но ощущение, что ты неволен над своей жизнью, ты не можешь делать то, что тебе хочется, оно, конечно, присутствует. Ну, ще наступне питання таке, можливо, воно дотичне до попереднього. Які дзвіночки допоможуть нам зрозуміти, що поруч людина, ну, з якою ми плануємо такі серйозні стосунки, все ж таки він є насильником і треба все ж таки зробити якісь кроки, попередити це або зовсім розлучитися. Які дзвіночки можуть нам допомогти у цьому? На ці звоночки нужно обращать очень большое внимание, потому что в обществе существует мнение, что насилию могут подвергаться только такие какие-то слабохарактерные женщины с синдромом жертвы, но это совершенно не так. Очень часто в ситуацию насилия и психического, и физического попадают яркие, самостоятельные, уверенные женщины. Они для людей, склонных к насилию, для абьюзеров, представляют, ну, вот такую вкусную, интересную жертву. И очень часто насилие сразу не проявляется. То есть человек, он может быть настолько обаятельным, он настолько внимателен, что вы понимаете, боже, какая прелесть, это человек моей мечты. Но в этот момент, несмотря на наш гормональный всплеск и розовые очки, необходимо обращать внимание на следующие вещи. Первое. Негативно отзывается о предыдущем партнере.
конечно, позитивные чувства, если человек расстался, не у каждого человека по отношению к своим бывшим есть. Но если все в нем было не так, постоянно и большинство времени партнер говорит о том, какая была негодяйка, партнерша или бывший партнер, обратите на это внимание. Если всю ответственность за неудачу в отношениях он возлагает на партнера. Я ромашка, а вот она была негодяйка, поэтому мы расстались. Для вас это первый такой тревожный звоночек. Следующее. Неуважительно относится к вам. Не прислушивается к вашему мнению. Что ты можешь понимать? Я лучше знаю. Делает вам замечания в присутствии других людей, саркастичные какие-то. Те, которые вас задевают. Или же обратная сторона, он вас идеализирует. Говорит, боже, все женщины, они тебе в подметки не годятся. Ты самая великолепная, ты самая прекрасная. Это может быть проявлением очень сильной идеализации. Если человек, не зная вас, поет вам такие дифирамбы, то, скорее всего, он видит не вас, а какой-то свой идеальный образ, которому вы, как нормальный человек, соответствовать не сможете. И пойдет потом, соответственно, процесс обесценивания. Следующее, что может быть, он контролирует. Сначала удобно, человек все продумал, все организовал, и вы такое вообще, все вам отлично. Но через время это начнет напрягать, вы заметите, что с вашими чувствами, с вашими желаниями не очень считаются. Обратите на это внимание. Ревнивое поведение. Ревновать — это нормально, это, в общем-то, с каждым может случиться, но тут есть разница: ревновать или вести себя ревниво. Ваш партнер может быть недостаточно уверен, и ему может быть дискомфортно, когда вы общаетесь с другими людьми. Но если при этом он вам говорит: так, мне неприятно, меня очень расстраивает, когда ты общаешься с мужчинами другими, поэтому с Васей, с Петей и с вот этими людьми, пожалуйста, больше не подходи, не общайся. И вы должны понимать, что это тоже тревожный звоночек. Человек будет вас ограничивать и дальше, и указывать, с кем вам общаться, с кем вам не общаться. Следующее. Он грубо себя ведет в каких-то ситуациях кризисных. Например, начинает повышать голос, мешает вам пройти, прикасается к вам. Если он за рулем, он может увеличить скорость, делать какие-то опасные маневры. Или он даже может напрямую говорить: ты не знаешь, с кем связалась, да? Я такой-то человек. И мы думаем: да ну мало ли, я своей любовью растоплю его сердце. Нет, это очень серьезный такой звоночек. Следующее. Склонность к наркотической и алкогольной зависимости. Сами по себе они не влекут насилие, но очень хорошо его поддерживают и способствуют. Наличие двойных стандартов. Обратите внимание, если он к себе предъявляет одни требования, а к вам совершенно другие. Существует даже такая пословица: что позволено попу, не позволено попадье. Если вы видите, что такое происходит в ваших отношениях, тоже обратите на это внимание. И по-другому обращается с вами в присутствии других людей и наедине. Часто такие люди в компании могут быть таким внимательным партнером. И даже ваши близкие друзья говорят: да что тебе не хватает? Это такой замечательный, заботливый человек. А наедине вы ощущаете совершенно другое к себе отношение. Ни один из этих признаков не может на 100% говорить, что перед вами насильник, абьюзер. Но обязательно нужно на эти звоночки обращать внимание, несмотря на свой вот гормональный всплеск, и быть очень внимательным, потому что, войдя в отношения с абьюзером, из них достаточно сложно выходить. Лучше остановиться вовремя. Угу. Тож, наступне питання, Дмитро, до вас. Як же протистояти насиллю? Що робити у цій ситуації? Побачили ці дзвіночки, побачили, що таке відбувається. Що робити? Ну, когда мы только увидели звоночки, это провоцирует наше усиленное внимание. Мы начинаем замечать некоторые скрытые доселе моменты и уже трактовать их, может быть, более правильно. То есть не закрывать на них глаза. Как говорила Юлия, вот эти вот самые розовые очки, они вдруг начинают проясняться, и мы начинаем чуть-чуть по-другому все видеть. Ну, вы, наверное, знаете о том, что первые браки, вот, когда начинается супружеская жизнь, очень часто они длятся там год-два, и потом люди расходятся. То есть вот эти розовые очки ушли и увидели
истинное лицо человека. К сожалению, для того, чтобы увидеть именно вот это, порой нужно время, достаточно немало. Не треба цього боятися, якщо так втрапилось. Знаете, вот если уж говорится о рекомендациях, когда вот произошло это насилие, и поставить первым пунктом «не бойтесь», знаете, он очень мало реализуем. Потому что если насилие произошло, страх появился, а страх появляется у нас по одной простой причине, что это наш инстинкт. Если насилие физическое, то нам не бояться его будет крайне сложно. Поэтому надо постараться себя просто взять хотя бы в руки. Это, наверное, первый основной шаг. Второе. Бороться с насильником в одиночку, который сильнее вас, который по отношению к вам это насилие совершает, не то что невозможно, но как минимум крайне-крайне сложно. Поэтому нужно искать себе союзников. Это значит, что нужно рассказать людям, не держать это в себе, не держать это в рамках, допустим, только семьи, но нужно довериться. И, что самое важное, не просто кому-то, а именно близким людям, которые могут поддержать, которые могут в нужный момент прийти на помощь. Это тоже, наверное, одно из самых сильных звеньев в борьбе с насильником. Ну и к тому же существует достаточно уже на сегодняшний день много, и развивается это направление именно службы помощи людям, пострадавшим от насилия. Если говорить про разные страны, то в Европе это развито гораздо лучше. Мы сейчас в начале этого пути, и, как знаете, все новые проекты работают с пробуксовкой, тяжело. Но, тем не менее, уже на сегодняшний день есть куда обратиться. Есть горячие линии, которые среагируют достаточно быстро, которые позволят человеку выйти из какого-то глубокого такого состояния, которые просто смогут установить дистанцию между насильником и человеком, пострадавшим от насилия. Ну и как вариант, это, наверное, уже когда не знаешь, куда обратиться, это служба полиции. Есть определенные бригады, есть психологи в составе, есть те, которые могут оказать эту помощь и которые силой закона, силой уже именно своих полномочий могут как минимум прекратить этот конфликт. И к тому же даже есть определенная программа, которая позволяет человеку, пострадавшему от насилия, удалиться на определенное расстояние, то есть определенные учреждения, которые позволяют даже там какое-то время жить, чтобы не контактировать с насильником, пока это не будет разрешено каким-то законным путем, либо медицинским, либо, ну, не знаю, с помощью полиции. Вот так вот. Ну, а найголовніше все ж таки залишається питання змінити ставлення до насилля у себе та у своїх дітей. Як виховати, що робити для того, щоб у дітей було правильне ставлення до насилля, профілактику таки, так би мовити, зробити цим ситуаціям? Що порадити, Юлія? В первую очередь это нужно сделать для себя. Действительно уяснить, это недопустимо совершать насилие над другим человеком и позволять, чтобы его совершали надо мной. Что настоящая любовь возможна только там, где соединяются два зрелых, нормальных человека, вектор которых направлен на друг на друга. Нормальная и счастливая семья возможна там, где есть сотрудничество, взаимопонимание и поддержка. Ну, необходимо создать это в своей семье для того, чтобы давать детям такой положительный пример. На какие качества нужно обращать внимание? Это здоровые личностные границы. Нужно учиться самому и учить своих детей говорить «нет» ситуациям, которые для вас неприемлемы и не устраивают. Спокойно, но очень твердо. Вы должны, если ваши дети подрастают, вы должны и для них создавать вот это ощущение собственных границ. Например, как это может выглядеть? Если вашему ребенку 7, 8, 9 лет, хорошо бы, чтобы у него было какое-то уже личное пространство, куда вы не вторгаетесь, как монголо-татарская ига, и не наводите там свои порядки. Хорошо бы, если бы у него была отдельная комната, и прежде чем войти, вы стучали и просили разрешения. У него должен быть хотя бы какое-то пространство, где он волен распоряжаться. Хорошо бы спрашивать его мнение в тех вопросах, где это допустимо и приемлемо, чтобы с детства воспитывать вот это чувство: я имею право на свое мнение, и я могу отказывать тому, что меня не устраивает. Следующее – это критическое мышление. Потому что, вступая в отношения с абьюзером, мы часто не видим вот этих звоночков. И нам кажется: ой, да это я что-то не так делаю, да ну, наверное, мне нужно поменять поведение. Вот хорошее, хорошо развитое критическое мышление позволит вам сложить 1+1 и увидеть картину во всей ее неприглядности.
Доверие к своим чувствам. Если вам плохо рядом с этим человеком, если вы чувствуете, это физически даже чувствуется, вот такое вторжение, то, что вами пользуются, эксплуатируют, понимайте, что, скорее всего, так и есть. Нужно учить детей и учиться самому понимать свои чувства, доверять свои чувства. Вот есть такое высказывание «опора на себя». И это не значит, что я не могу никому доверять и сама должна все сделать. Это значит, что я чувствую, я понимаю, как лучше мне, и я могу на это понимание в своих решениях и поступках опираться. И еще одно классное качество – это умение просить о помощи. В нашей культуре это иногда, думаю, да, это вот ты слабость свою показываешь. Дима говорил, это может казаться стыдным некоторым людям. Но умение просить о помощи – это один из базовых столпов инстинкта самосохранения. Если вы попали в такую ситуацию, просите о помощи, и вы обязательно ее найдете. Друзі, що хочеться вам побажати, не бійтесь, будьте слабкими, просіть про допомогу, якщо вам вона потрібна. Помічайте ці дзвіночки про насилля, про фізичне насилля та особливо про психологічне насилля та живіть у мирі та злагоді. Кохайте себе, будьте цінними собі та цініть власні відносини.